Всем привет, друзья! Сегодня пасмурно. Мы хотим съездить отдохнуть на несколько дней. Собираемся, короче, уезжаем из дома. Хотелось бы, конечно, стартануть с раннего утра, но не получается еще. Кое-какие дела не доделаны. Сейчас потихоньку доделываем. Вот. Хотим поехать на семейный лагерь. Не знаю, как оно там детям понравится, не понравится. Как бы, в принципе, это делается для детей. Посмотрим. Может, потом подрастут, будут сами по лагерям ездить. Так, у нас сегодня пасмурно с утра. И вот уже 21 градус. Это уже хорошо. Почти 8 часов утра. 21 градус. Это просто класс. Все, уезжаю. Покидаю вас. Все. Вам травки. На сутки точно хватит. Как вы повырастали. А это вот сидит у овец уже третий месяц, наверное, пошел. Упрямая. Они сразу вдвоем сели. Потом одна вот встала. Да-да. И сидит она, и сидит уже сколько. Яиц нету, но она сидит. Дождик. Выбрались отдохнуть. На поле подсолнуха. Это моя половинка. Это кукуруза. Тут уже спахали, можно так сказать. Дети говорят, много белых крыш, снег, это столько много теплиц. Хочешь теплицу? Не хочу. Я тоже. А знаете песню «Поле, русское поле»? Я знаю, где-то слышала. Падаем вниз, видите? Кукуруза какая большая, не то что у нас. Подсолнух какой красивый. Наверное, дожди были вовремя. 9 минут. Видите, как кирпичи, можно дом построить. Ну, да. Папа, 9 километров. Папа на часах 9 километров, 9 минут. Ага. Ой, слева трава выше нас. Так, была. Наш пункт назначения. Куда ты, тропинка, меня завела? Тут дрова, гляньте. Все, нет, мы приехали. Мы будем здесь гамак, жить. Гамак, гамак, гамак. Добро пожаловать. Что это, гамак? Все, будем обустраиваться. Все занято. Все занято. Куда нам? Ну, открывай. Нажми. Нажимайте, давайте. Все, теперь вверх. За эту же кнопочку вверх. Ой. Что тут у нас тут? Переехали. Вон палатка, вот доставайте. Надо пакеты сначала достать. Ну, пакеты ставь. Вот тебе палатку можно снимать. Хорошо, что можно заехать сюда, да?
Вот тут ставим, давайте между деревьями, давайте, давайте тут. Какая сумочка модная. Открой, тут душно. Что открывайте, дышать нечего. О, ты уже пристегнула, да, там? Да, да. Мама вот. Так, а вот это сбоку, да? А это, да, вот здесь. А здесь колечка нету. Здесь такая лесочка для фонарика. А вот это вот так? Вот сюда, да, крючок? Ну да. Вот сюда, наверное. Не. Сюда гвоздик. Да? Да, сюда, наверное. Вот сюда. А потом если что переделаешь. Так, куда ты полезла? Это будет наш дом. Да. Вот, здесь очень много места. Можем так лечь? Будет вообще. Да? Да. Взяли трехместное. Много места? Да. Нам хватит четыре? Это как наша одна большая кровать. Ну, в принципе, большая. О. Все, я застегнула вам дверь. Так, дайте я покажу обзор. Надо натянуть турку. Ой, молодцы, форточку открыли, умничка. А вот полочки будем встать. Ага, встать. Там душно. Они могут сюда встать. И отсюда сюда. Я только не могу. Короче, целая квартира. Два. Смотрите, здесь можно обувь ставить сюда. Да. Кажется, дождь собирается. Гремит, да. Это самое. Как там у евреев был праздник Пущи. У нас тоже тут теперь праздник Пущи. Будем жить в Пуще. Все. Как там жарко, да? Угу. Большая палатка, да? Да, хочу пить. Я тоже. Мама никак дом не обживет, видишь? Угу. Я могу ей помочь, я это умею. Далеко прошла. А ты любому мальчишке нос утрешь. Больше не могу. Скользко. Дождь накапал. Дождь накапал? Да. Давай здесь немножко сюда. Там какой-то скалодром. Я тоже хочу, папа. Я хочу полазить. Скалодром. Пожалуйста. Ну, вот видели? Ого.
Ого! Он уехал куда? Нет, я не высоко. Это опасно, Таша. Но не высоко только. Это, наверное, взрослый лазит. Ну да, это не для таких маленьких, как ты. Ага. А может, это начало? А может. Там весь по бревну надо идти. Ага. Вот это... Интересно, страховка вот есть. Вот эта площадка, да? А вот и тут полегче. Этот, не не знаю, но я так думаю, что тут страшно. Мост. Я сразу упаду в обморок. Ну, докуда залезешь? Таня, не надо. Отсюда получается? Нормально не сможет все равно. Да, все не сможете залезть. Ну давай, докуда залезешь? Залезть может еще залезть, а вот как спускаться? Ага. Тамара! Ну ладно, хватит, выше не лезь. А то я уже боюсь. Гляньте, сколько груш. Груш, их там миллион. Да, лови. Я Жене хотела что, дождь опять? Ну да. Ариса, прыгай! Прыгай высоко-высоко! Они все малые были тогда. Тогда было... А, тоже были они эти на себя. Я? Милочка, где должна говорить? Она твила уже! Бедная улитка. Ты ее раздавишь. А домик. Рыба вообще не держится. Но ее сесть невозможно. Она упадает. Не надо это так сидеть. Мы что-то для декора сделали. Тут красиво было. А не сидеть. Да, петух сосыпали стать. Мама. Это черепаха, оказывается. Да. Да. Мама, нет, это все, чтобы вот то сидеть и вот это сидеть. Правда, вот это мокро. Да, подвезешь меня? Давай. Конечно, там что-то лодится. А еще Инджир. А в колодец потом есть у него залезть невозможно? Где Инджир? Вот огород, смотри, кабачки, он горох, еще кабачки, он салат, еще кабачки, ты видел? Я да, еще. Вот такой огород нам надо, и все. Да, замечательно. Вон цветочки еще какие-то. Бальзамины. А там что? Это что, баклажаны? Где? Не вижу. Это хризантемка. Не, вон там. Да, стоят. Баклажаны. А там где-то. Интересные люди. Дождь идет, они руки моют. Папа! Привет! Вкусно? Да. Я подумала, что такое они не ели. Сосиска просто класс. Давайте посмотрим, не промокла наша палатка. Такой дождь был. Тут есть чугунная дома песков. Только да. Не на этом там. Только не на этом. Ой, он еще идиот. Это двухместная
маленькая палатка. Детская маленькая. Ой, опять, ой, бежим. Да. А. Папа, мои ноги. Семья. Не, ну внутри сухо. Внутри сухо. Все, добро пожаловать домой. Наш новый дом. Это наш дом на 5 дней. Надеюсь, он поживет. Ой, мой сын. Тут дождь мы не ждали. А он пошел. Я бутылочку забыла. Мальчик, машина водит. Yeah.
Дорогие друзья, я рад приветствовать вас на нашем круизном лайнере. Совсем скоро мы отправляемся в путешествие на нашем корабле под названием «Морские приключения». Программа нашего путешествия входит веселые игры, прекрасные песни, красивые пейзажи, хорошие друзья и, конечно же, в конце нашего приключения нас ждут сокровища. Еще мне сам наш капитан. Ну что, вы готовы к приключениям? Я не слышу! Молодцы! Ну что ж, я допойду, запущу двигатель. Пробрался на меня. Я. Террасы. Умный. Самый смелый. И самый отважный. Ну и не мог я пропустить поиски такого загадка. Ой, Женька, молодец. Пробрался без билета. Здрасте. Я. Великий. Пират Семи Марии. Самый умный, самый смелый и самый отважный. И в подобной ситуации я поступлю, когда здесь пират помилуйте, я только милость, я новичок в этом деле, пожалуйста. Спокойно, спокойно. Тебе очень повезло. Наш капитан очень добрый. Он готов всех принять в наше приключение. Давай, вставай. Добрый, ничего, и чего, он добровольно отдаст все свои сокровища? Ну, ладно. Ну, так как ты пробрался тайно, нам все-таки нужно спросить разрешение у наших пассажиров. Дорогие пассажиры, вот наш мудрый капитан готов принять всех. А вы готовы принять этого пирата? Ну, все очевидно, ты едешь с нами. Спасибо, спасибо, я буду самым хорошим пассажиром. Но смотри, у нас есть определенные правила на борту. Что ж, первое правило. Разрешается смеяться, общаться, улыбаться и быть за все благодарными. Во всем слушаться своих родителей, наставников и их помощников. Также поддерживать чистоту в местах общественного пользования. Это кухня, душевые, туалет, а также своих палатках и домиках. Также важно сохранять режим и не гулять по территории во время тихого часа и после отбоя. Обязательно убирать за собой посуду после того, как покушали. Также нельзя выходить на территорию лагеря без родителей или наставников. Потом почаще смотреть расписание и жить по нему, чтобы наш лагерь был радостным и дружелюбным. Также нужно прислушиваться к сигналам, которые будут оповещать о начале мероприятий, и быть всегда вовремя. И последнее правило. Мы в лагере живем без плохих привычек и плохих слов. Ну что, ты согласна их соблюдать? Еще много каких-то правил. И вы правда хотите их соблюдать? Как-то не уверена. Вы точно хотите соблюдать правила? Ну хорошо, тогда я согласен. Ну что, уважаемые пассажиры, я думаю, ни один рейс не обойдется без очень-очень интересной игры. Вы готовы поиграть со мной? Хорошо. Тогда сейчас я предлагаю встать и приготовить свои ладошки. Нам нужно заполнить очень простые движения. Итак, первое движение. Если вы услышите шторм, вы показываете волны. Готовы, да? Если вы слышите чайка над кораблем, вы показываете чайку. Если вы слышите штурвал, вы показываете штурвал. Ну, а наша задача не запутаться
когда я буду называть, что же нужно делать. Давайте повторим наши основные действия. Штурвал, шторм и чай. Хорошо, начнем с этих. Ура! Ваша задача показывать то, что я говорю. Чайка. Хорошо, теперь мой помощник, помощник капитана, будет вас запутывать. Вы готовы? Тогда отправляемся в наше удивительное путешествие, которое мы начинаем, как морские приключения, которые открываются сегодня для всех. Ура! Чтобы я не позволил, чтобы они шли на чужой дороге.
И мама, когда вернулась, когда соседи сказали, что ей наши гуси съели всю капусту на их огороде, как она плакала. Потому что ей высказали за непослушного сына. А я маме сказала плохое слово. Сказала, мама, это ты виновата, что у нас дома гуси. И мама обвинила за эти гуси. И она так плакала. Завтра всех приглашаем рядом с шатром на полянку в 8 утра на зарядку. Отлично. Да-да. А сейчас настало время узнать, как вы думаете, что, кто в какой команде и кто ваш наставник. Поэтому для этого мы снова просим их подняться на эту сцену подборные аплодисменты. Садитесь. Ребята, мы рады вас приветствовать. Мы ваши наставники. Меня зовут Инна, и вот Аня. Да? Очень приятно. Мы с вами будем каждый день, будем завтракать, будем обедать и ужинать, будем играть. Все будем делать вместе. Ходить на специализации вместе тоже. Кстати, я с ней уже знаком. Хорошо, будем через тебя с ней знакомиться. Ребята, сейчас наш бивар макроватый, будем ждать завтра. Вот там самый первый бивар, там где синие ленточки, это наш бивар. Да? Завтра мы с вами туда пойдем. А сейчас нужно нам познакомиться с вами. Я туда! Тома! Таня! Тома! Нет! Тася! 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 Тома, имя Таисия! Таисия! Таисия, хорошо. Ладно, лови. Сосиска. Амалия ананас! Дима! Давид! Дима. Да, я угадала! Диван Давид! Да, очень приятно, хорошо! Лови! Я хотела. Как тебя зовут? Я вот такой. Дом? Да, у нас еще один уже дом. Был бы. Так, дом уже был. Давай, Давид, что? Давай дыня. Дыня. Нравится дыня, нет? Да. Знаком с дыней, да? Я не люблю. Нет? Нет? Сейчас мы... Я хорошо. Ни с кем не знаком. Ну вот знакомимся, у нас есть... Кто скрывается у нас под дыней? Давид. Даня. Да. Давид? Я узнал. Короче. Раз узнали. Ну, я. Мне. У нас четыре. Андроид. 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 Андроид, может быть. Андроид. Анделига. Ты молчи. Антон. 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 Лиля. Андрей. Андрей. Я же подсказала. Я Миша, может быть, тоже. Может, я. Хорошо. Кто на саше? Ты серый волк? Фейсбук. В? В. 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 Ну, придумай себе. Ваня. Нет, слово на букву В. Почти, почти. Виталий. Волк? Виталий. Виноград? Вася? Виталий. Вишня. Ваня. Ты Владимир. Владимир. Вова. Вова. Владик. Доллар. Владик, очень приятно. Владик. Отлично. Так, кто у нас еще? У нас есть. Кто у нас еще? Нет. Я. Как тебя зовут? Автобус. Какие у нас такие классные названия. Автобусы, автобусы. А мог я буду звать. Алиса, да? Алиса? Угадали Алису? Сразу. Молодец.